кто, собственно? Трухин Сергей Сергеевич? Да это не слон и не муха. Нужно снимать реальность. Садили в машину, готового. Инспектор ДПС утверждает, что автомобиль является собственником инспектора ДПС Трухин Сергей Сергеевич. Вот автомобиль инспектора ДПС Трухина Сергея Сергеевича. Вот так, сегодня 10 ноября 2016 года. Не знаю, черта, как говорят, ехал. Я с вами не знаю, разговариваю. Сейчас полиция приедет и разберет. Ведите себя адекватно. Ведите себя адекватно.